Всем привет, друзья! С вами снова я, Андрей, и вы, как видите, я немного приболел, и извиняюсь, что у меня такая внешность. Но сегодня у нас подборка песен, которые поют одну песню FNF персонажа. Песня называется Фаурт. Ну, Фаурт я так буду называть. Ну, давайте начнем. Это вот этот белый чел квадратный из этого Five Nights at Freddy's. Бит такой пошел. Ну что, выговаривать там успевает. Это вот касатная девушка. Не добавили в восьмую неделю. Мои топы зараженные. Соник и какой-то Соник и Тайлз. И с Тайлзом что-то не то. И обратите внимание на иконку. Это Крифенс. Макс и... Шэдоу. Салазар и Никуса. А это... Нику и... Чё... Кто это? Кто ты рядом с ним? Так и так. А это кто? Сарфус это круто двигается. Я не знаю, что а это... Герл... Этот... Любая герлка, да. Фиолетовый парень, но какой-то фиолетовый бони. Таби и... Да, Ралик я оказался. По его голосу не смог узнать. Ради-вади и... Мама длинные ноги. Супер-сон, как обычно. Ну, это еще не все. Переходим к следующей песне. Следующая песня, ребята, это у нас песня «Уйти в баллистик». И ее будут петь абсолютно разные персонажи. Что и в первой, в принципе, логично. Там говорят, что там обновление на «Уйти» вышло недавно. Там нового персонажа добавили к нему. Не, ну это я знаю, это Троллш ГФ. А кто... Кто это был? Это точно любой пары. Это Тор. Нифига себе трики против аудитора. Сан, да, Санс и вот этот паперец.
Зарги. Мне все так быстро. А вот это... Кто это? Кто это? Это короче, супер, сам же не знаю. О, вот это херо, вот этого я знаю, как копипаста по нему. А это малышка Терминатор. И вот этот стик мой ненавидящий, это она. Еще вот этот скиф. Анимация... Анимация против Friday Night Funkin. Ну, много. Они идут в целом. Это вот этот тренер покемонов мертвый. Что? Что это было? Так и запечатано в картинке. Ну, это конец песни, но это не конец ролика. Переходим к следующей. Следующая песня, ребята, это у нас Underground. Это песня Джулиана, которая голос похож на Уити. Вот видите? Это Сакурама. Это Скайиски. Гамбл? Гамбл во Friday Night Funkin. Но эта песня больше всего напоминает Overhead. Накладные расходы. Песня обычного Уитта, это бинарная. Это Юрий Итаки. Ну кто это? Напишите в комментариях. Я не знаю. Это какой-то новый мод или что? Among Us. Или Bad Girlfriend. Это кто? Не, ну пика я знаю, это... О, а кто это? Это какие-то школьники? Си-Джей и этот... Руби. У Руби забавный голос был. Это вот этот ретроспектор и Сакурома. Только это минус версия. Господи, что так быстро песни проходят? Я на какую-то рандомную песню нажал. Ну давай, можно посмотреть, в принципе. Как называется? Трипл. Трипл Трамбл. Мертвый Тейлз против упоротого Тейлза. А вот это 3D Тейлз. Так он тоже какой-то упоротый. Капи и этот. Как его там называют? Вот это вот. Разоголосовую девушку. Блин, забыл название. Я тоже забыл. А это кто? Подождите, кто это был? Вот кто рядом с ней?
Вот это кто? Вот это. Кто это? А, ну 8 минут длится, блин. Ну, короче, сейчас мы эту песню послушаем, а потом на другой перейдем. Шаги в красной футболке против зеленом. Двое шаги. Это вот этот Войт и... Кто это? Кто это такие, господи? Это какой-то стример, а это тоже бизда кто. Не, ну это боб или босик. Ну кто это был? Сам Соник где? Лорд Икс, Коротые Соники, Супер Соник, HD Соник, ну что это сама песня расширенная на 8 минут. Предполагает немного, ну ничего. Это Дипнэ. Санда и... Кто это? Это кто? Не, ну это Санда, а... Кто это справа? Ретроспект. Сакурама, да. А это этот, не-не. А справа это... Хер пойми кто. И опять непонятно кто справа. Ну, слева я этого перса знаю. А справа кто? Я понять не могу. Это идти... О. Ну идти ли да я могу, что я знаю. Ялб-тоб. Там надпись была. Это Банни Топлинник и Старкром. Не, ну, слева это марионетка, а справа черт пойми кто. Боб и какая-то папка... Папколовая. Папкоголовый. Я забыл его название. Это Фаб и Руби. Блин, простите. Это этот. Яйцеголовый. Эггман, да. Яйцеголовый, да. Это Скит и Памп с Тордом. Это кто? Кто это такой? Или кто? Не, ну это так и Зарди. А что за Глич был? Терминатор. Малышка Терминатор.
Еще кто-то, похоже на Хекса. Четвертая стадия Трики. И вот кто-то еще непонятный. А это кто? За огненный. Кто это такой? Подожди. Кто это такие? Я понять не могу. Это entity какие-то. Не, ну то, что это entity, я знаю, но кто они? Это Освальд и вот этот Троллс. Троллс. А Готти из Дарсайла. И Микки Маус тоже к нам присоединился. Ты что? Что это? Ой, она тоже заржала. Амогус. И Карл. Карл Ангел. Вот так. И белые крылья и кольцо над башкой. А у этого Амогуса разок сломан. И зубы в крови. Ты вообще зубы чистишь? Ты видел свои зубы? Папирус из Undertale. Ты что, не двигаешься, что ли? А это кто? Я только сейчас заметил, кто это. Это вообще все такие, я понять не могу. Плов, как у настоящей птицы. Марио. Еще с кем-то. Я большинство персонажей почти не знаю. Мне надо почаще играть в моды. Ну кто это на фотке? Там миньон и еще кто-то в полку изображен. Ну что ж, друзья, вот такое вот у нас видео вышло. Все, всем спасибо. Пока.